этим карантином, а рабочие дела, знаете, никто не отменял. На улице пахнет весной, всем отличное настроение, ловится мои лучики дубы. Сняли прекрасную программу, смотрите уже в эту субботу на телеканале НТВ. Ты не поверишь. Прекрасно все отсняли. Приехал за мной уже мой лимузин из гаража, моя рабочая машинка. И что, едем по делам? Платьице моего бренда. Очень строгий такой фасон. Коротенькая. И строгий пиджак. Такой вот строгий пиджачок мой любимый. Многие, наверное, его помнят. Я его с шортиками одевала. Вы представляете, входим, и никто нам не хлопает. Это Роман, бывает. Да. Ничего, а где ничего. Где Роман? А надо перевернуть другой стороной. Блондинка же, понимаете, Роман? Я вам скажу, вы знаете, не надо паники, у нас нет массовки. Нет, нет массовки, видите, пусто. Но это даже очень хорошо, потому что мы трезво относимся к тому, что сейчас у нас в стране происходит. Ну, да. Подчеркиваю, трезво. Берегите себя. Да. И смотрите Первый канал. Программу на самом деле. Все, сейчас начинаем уже программу. Смотрите Первый канал. Программу на самом деле. Такая вот. У нас пустая тут студия, нет привычных зрителей, только эксперты и герои программы и ведущие. Да. А вот у нас Петр. Пути Господни неисповедимы. Внезапно оказался на вашем проекте. Внезапно, понимаете? Так вот, вот приходим, раз и внезапно. Вот честно, не договаривались, да, Петр? Нет. А то кто-нибудь заподозрит еще. И будет потом. Да, заподозривать.